капитан. Я уж начал беспокоиться. Рад, что вы справились, сэр. Пришло время операции «Черный флаг». Начинаем прямо сейчас. Капитан, лейтенант, сегодня мы понесли неслыханные потери. Капитан Олдер, капитан Ферн. Штаб-сержант Амар. Погиб на Весте 3, сэр. Печально. Хороший человек и десантник. Я не смог его спасти. Не вини себя, сынок. Мы не можем позволить себе терзаться бесплодными сожалениями. Мне доложили, что Стратком одобрил вашу операцию в Женеве. По вашей просьбе пленный будет доставлен в Женевский штаб ЮНСА. Медики извлекут транспондер из брюшной полости, после чего устройство будет сожжено. Я сама поведу Ворон до штаба ЮНСА. Там будет операционная база. Согласно плану, флот СДФ, включая крейсер «Олимп», получит сигнал к наступлению, войдет в воздушное пространство и попадет под огонь орудий «Атис». Отлично, капитан. Конец связи. Ключ на старт. Летим домой. Ами, даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Что с оценкой? Хорошо, точность 0,98. А ты молодец, Крок. Как я на байке гоняю. Потом покатаемся. Погоняем потом. Вот и прыжок. Глушим на входе. Через 3, 2, 1. Доклад. Отклонение 0,0. Идеальный прыжок. Ты просто ас, Крок. Лучше по эту сторону солнца. Так и есть. Идем на полетную палубу. Береги себя, Крок. Не лезь в пекло. Я дам сигнал, если надо. Прыжки в эту атмосферу — гиблое дело. Принято. Отдаю управление. Что ж, или это будет стратегически гениальный ход. Или? Или тебя понизят, и будешь мне подчиняться. Сказал же, мы вернемся домой. Не уверена, что я этого хотела. Капитан, лейтенант. Гриф. Значит, вы направляетесь на поверхность Матушки Земли. Самая желанная награда, Гриф. Среди обломков полно укромных мест для засад. AT-AT с ищейками помогут их обнаружить. Спасибо, Гриф. Правда. Внизу будьте настороже. И не упускайте этого выродка из виду. Лена и не знает, что его ждет. Ему сохранят жизнь? Женевская конвенция, статья 3. А жаль. Срежем! Лейтенант, капитан. Что эта штука сделала с Тигром? Надо было мне высадиться с вами. Я понимаю вас, босс. Десант грузит броню на первый. Ворон 2 твой. Готовы к отплытию, капитан. Занимайте места, джентльмены. После вас, капитан. Сэр, они грузят пленного. Майор Огус передает сообщение. Позывной «Эхо-6». Выведи его сигнал к нам на экраны. Посмотрим, что там внизу. Ясно. Ведешь наблюдение, Сол? Словно ясно. Капитан Рейс? Майор? Этот урод создает проблемы, сэр. Чем скорее мы его вырубим, тем лучше. Эхо в 5 минутах от здания ЮНСА. Город эвакуировали, так что движемся мы быстро. Встреча с вами, адмиралом, в медицинском зале. Время прибытия? 3 минуты. Я справлюсь. Принято. Отбой. Есть отстыковка. Минута до атмосферы. Ворон Земли.
Скар 1-2, разрешите вход в атмосферу. Принято, 1-2. Вход разрешаю. Добро пожаловать домой. Внимание всем! Нападение на транспорт Эхо! Мы под плотным огнем! Вот наш конвой, Рейс! Есть! Давай туда! Поняла! Вижу колонну. Подбрось нас к ней! Это 1-1. Конвой уничтожен. Повторяю, эхо уничтожен. Маршрут под ударом. Вас понял, 1-1. Приоритет поиски цели. Мы должны вернуть транспондер. Понял. Начинаю погоню. Высади нас здесь, Сол. Принято. Итан, вперед! Ближе не получится! Сол, прикрывай! Жди моего доклада! Прикрываю! Есть ожидать! Итан, ищи грузовик! Сюда! Эхо, 1-1, как слышно? Эхо, это 1-1, как слышно меня? Нужная машина впереди, сэр! Понял, веди нас! Дверь на вас, сэр, я прикрою. Майор, медики на подходе. Где заключенный? Они его забрали. Они там, сзади. Идите, сэр, я займу оборону. Чума! Нужно заглушить связь в этом секторе, чтобы отсечь цель. Пленник опознан. Не нравится мне это, рейдер. Солт. Если он доберется до терминала и уничтожит транспондер, нам крышка. Принято. Приведем десант. Прибегни этого ублюдка!
флигеля! Флигеля? Что еще за Thank you.
Окружить пытаемся!
Вижу! Вали его! На два!
Вот и он. Должно быть, это флигер. Надо проникнуть внутрь. Не пропустите никого! Есть, сэр! Должно быть, это флигер.
проникнуть внутрь. Не пропустите никого! Есть, сэр! Сукин... Выведите командора на крышу!
зрелище, ваша храбрость. Скан, группа 1. Ты человек с земли, жертва проигранной войны.